Всем привет, привет, привет! А я к вам с новыми бусами. Я себе сделала подарок, я вам уже его презентовала в коротких видео, а теперь посмотрим и рассмотрим это украшение подробней. Дело в том, я уже делала одно украшение в розовом цвете, подобное, и назвала его «Дары моря». Мне очень нравится то украшение, мне очень нравятся мои бусы, я оставлю ссылочку. Сможете посмотреть, если кто не видел это украшение. В общем, я в него просто влюблена, я его обожаю. И я носилась с идеей сделать такое украшение в другом цвете. Вот в таком, в сине-зеленом, да, можно сказать. Вот, а Леночка из Штутгарда мне дала хорошую идею, подарила мне название для этого украшения. И это украшение будет называться «Садко в подводном царстве». В общем, получились у меня тяжелые. Они весят 400... 80 граммов, очень тяжелые, но они такие классные, я прям не могу, как они мне нравятся. В общем, здесь, как оказалось, по-моему, 13 ниток, но я потом посчитаю, каждую ниточку мы сейчас с вами рассмотрим. Здесь у нас, так сказать, и дары моря, и разные вкусности, которые украшают наши бусы. В общем, поехали смотреть, я не буду выбирать по порядку, а так вот какая в руки попала, ну я скажу так, каждую ниточку я начинала бисером, ну потому что здесь их много, и для того, чтобы не было на шее там такого огромного скопления бусин, я, конечно же, делала все это, ну, начинала бисером. Вот здесь вот такая нитка у нас идет, вот такой малюсенький синенький голубенький жемчуг. Дальше идут, это металлические такие палочки и бусины под, ну, как это, кошачий глаз. Ну вот, это перламутр, вот это опять-таки жемчуг, это опять перламутр крашеный и опять заканчивается жемчугом. Такая первая у нас ниточка. Так, следующая ниточка. Следующая ниточка у нас, ой, ну тут все, конечно, запутано-перепутано, но ладно уж, как есть, так и будет. Так, здесь опять жемчуг, жемчуг разный, и перламутр у меня разных цветов, вот здесь такой зеленый, и голубой, и серый, вот, и вот такого цвета красивого, вот, опять-таки жемчуг, это ракушка крашеная, опять жемчуг, белый перламутр, это тоже перламутр, но такие бусинки, в общем-то, такие они желто-зелененькие, вот опять, это перламутр разноцветный, и жемчуг. Так, это у нас вторая. Поехали. Теперь третья ниточка. Вот здесь жемчуг разных цветов. Вот такой перламутр. А это пластиковые бусины, но они очень хорошо сюда подошли. Ну и жемчуг, конечно. Вот жемчуг разных цветов. Здесь серый, здесь золотой, здесь зеленый. Ну, в общем, какой хочешь. Так, это третья. Так, четвертая. Так, что же нам преподнесет четвертая ниточка? Четвертая ниточка опять. Жемчуг, перламутр, ну, вот это маленькие бусинки, тоже жемчуг синенькие, вот опять перламутр, здесь весь перламутр зелененький, ну и опять эти палочки из металла. Так, следующая ниточка у нас вот такая, это пятая нитка. Так, вот, видно, жемчуг разных цветов, перламутр, это бусина пластиковая. Но она такая фигурная, красивая, в общем, решила, что она может быть здесь уместна. Это ракушка, просто ракушка, дробленая, на кубики. Вот, ну, это бусины металлические, темного металла. Ну, и жемчуг. Так, это пятая. Так, шестая. Ну, видно, да, здесь у меня много жемчуга. Жемчуг я люблю. Вот у меня был один вот такой шарик, я его, конечно, приспособила. Перламутрик, ракушечка. Вот очень красивый жемчуг, такой плоский, как монетки. Вот, я его тоже несколько раз использовала. Ну и здесь жемчуг тоже разных цветов. Здесь разноцветный не подбирала, а здесь вот зеленый, но бусины разной формы. Есть капелька, есть просто плоские. Так, по-моему, шестая. Так, седьмая ниточка. Так, седьмая ниточка у нас вот такая. Опять-таки жемчуг, крупный довольно-таки, да, разных цветов. Ракушечка, вот такие капельки перламутровые, зелененькие. Между ними ставила пластиковые бусинки, чтобы они ровно сидели. Ну, вот такие бусины филигранные из тонкого металла светлого цвета. И вот такой меленький, некрупный
такой он зеленовато-синий перламутрик. Так, это седьмая. Восьмая. Восьмая у нас вот такая. Здесь перламутр, вот он такой зелено-голубовато-желтый. Жемчуг. Это бусина пластиковая. Пожалела я, что я ее поставила, но уже поставила и есть. Вот очень красивый, мне нравится вот этот момент. Вот такой перламутр красивый. Вот опять пластиковая бусина, перламутр и жемчуг. Так, девятая. Вот опять-таки перламутр, жемчуг, перламутр. В общем, вот так. Так, десятая. Десятая. Здесь тоже очень красивый перламутр. Вот фиолетовый такой и голубой яркий, прям бирюзовый очень красивый. Вот. И было у меня несколько вот таких перламутровых бусинок. Вот они с одной стороны такие более зелененькие, а с другой стороны вот порисованные чем-то. Но я тоже их приспособила. Вот тоже такой красивый очень перламутр. Очень красивый перламутр. Это искусственный жемчуг. Вот он более легкий, поэтому поставила. Ну вот две бусины пластиковых, опять жемчуг. И опять вот эта ракушечка зелененькая. Красивая. Так, 11 ниточка. Нет, здесь, в общем, здесь было 13 ниток. Сейчас их посчитаю еще раз. Так, вот следующая ниточка. Следующая ниточка у нас вот такая. Вот опять одна у меня бусинка была. Это пластиковая, перламутр. Вот, жемчуг, перламутр. Вот опять перламутр вот такой формы, как листик. Вот, ракушечка, темно-синий жемчуг. Вот такой сероватый жемчуг. И вот эти зубы. Вот я пожалела, что я эти зубы поставила. Они переворачиваются, они становятся кверху ногами. Но ничего я с этим делать не могу. Обрезать я эту ветку не буду. Уже останется как есть. Так, ну и последняя. Здесь тоже ничего сложного. Здесь жемчуг. Опять кошачий глаз. Перламутр. Вот его много и разного. Вот такие бусинки. Вот эти монеточки. Это ракушечка, но она другого типа. Тут есть вон и розовые вкрапления, и серые. Здесь у нас жемчуг такой золотой. Здесь у нас тоже перламутрик. И вот такой перламутрик тоже разноцветный. В общем, вот такие получились бусы. Я ними очень довольна, несмотря на то, что они тяжелые. Они мне очень нравятся. А вот здесь, значит, я использовала следующее. Здесь это бисер. Но он такой вот порезан, вот как мы колбаску режем, да, такими, наискосочек. Вот, вот такой я использовала жемчуг. Господи, жемчуг, бисер. Вот такой более крупный стеклянный бисер, более мелкий стеклянный бисер. Он такой голубой, Аврора Бореалис. Вот такой яркий фиолетовый, тоже Аврора Бореалис. И вот такой зеленый Аврора Бореалис. Вот такой я использовала жемчуг. О, господи, бисер. Сейчас посчитаю. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 низочек. Дело в том, что я отмотала огромный кусок тросика. Закрепилась. Вот. Вот, я закрепилась. И пошла дальше нанизывать. Вот здесь прикрепилась. Поставила все это дело на протектор, два кримпа, и дальше пошла. И вот так вот я нанизывала все это дело, нанизано на один кусок длинного ювелирного тросика. В общем, вот такие получились бусы. Бусы богатые, бусы красивые. Я себе сделала такой подарок, порадовала себя. В общем, замок здесь вот такой большой. Вот эти колечки, они спаянные, они не размыкаются. Поэтому вот восьмерочками, вот такими восьмерочками, я к ним прицепила более маленькое колечко и вот такой большой карабин, да. Вот он очень удобный, удобно его надевать, удобно снимать. В общем, я довольна. Ну вот, вот такие бусики. Ну, конечно же, видео и фотографии я добавлю. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, напишите в комментариях, понравилось вам или нет. Ну все, на этом заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.